Почему Щиба не занимается кинологией? Потому что тренировка. Кинологи у нас остаются те же самые, только тренировка стоит денег. А кто-то откусил палец. Я, кстати, даже не могу сказать, кто. Щиба или Рэй. Поэтому как бы я не работаю на Газели, и Щиба не занимается у кинологов. Потому что это стоит денег. Ведь в друзьях остаются и театры, и все остальное, все остается. Да? Да, это.